Отметим, вооруженный конфликт на границе унес жизни 36 военнослужащих и мирных граждан Кыргызстана. Были разрушены сотни домов, уничтожены социальные объекты, материальный ущерб составил десятки миллионов. Новые депутаты Жогорку Кенеши Эльвира Сурабалдиева и Мейкинбек Абдалиев принесли присягу. Отметим, Эльвира Сурабалдиева выиграла на повторных выборах в Первомайском избирательном округе номер 27. Ранее она была депутатом Жогорку Кенеши от СДПК. Мейкинбек Абдалиев занял освободившееся место во фракции Атажурт Кыргызстан. Ранее он также был депутатом Жогорку Кенеши от политической партии «Өнүгүү Прогресс».